Всем привет, ребятки, с вами, конечно же, как всегда, Алекс Вулфенки. Сегодня двойной обзор, обзор на игру Shadowgun и обзор на игру Shadowgun Dead Zone. Но видео вы будете видеть только Shadowgun Dead Zone. Почему? Потому что, в принципе, они с точки зрения видеоряда практически ничем не отличаются. Просто Dead Zone — это мультиплеерная игра, а Shadowgun — это одиночная игра. Давайте для начала мы просто поговорим о Shadowgun. Конечно, это 3D-шутер, да, от третьего лица. И шутер на самом деле отличный. Какая была графика в свое время, я помню, просто все офигели, когда увидели Shadowgun, говорили: нихера себе, вот это вот графон. И это сейчас идет на наших мобильных устройствах. Да, на тот момент это был просто, конечно же, фурор. Если сейчас смотреть на эту картинку, то, конечно, можно увидеть и косяки, и какие-то нелогичные вещи, знаете, и такую чересчур какую-то графику странную, которую пытается косить под Gears of War, под Unreal. Но эта игра была хороша графикой для того времени, да и сейчас, в принципе, графа выглядит сногсшибательно, что уж тут говорить, это все-таки... Мы говорим о игре на Android и на iOS. Но эту игру хочется хвалить не только за графон, а еще и за отличный геймплей. Просто посидеть вот так вот, поиграть в автобусе, там, в электричке, между делом где-то на паре, просто суперски. Сидишь, знаете, расслабленный, играешь в отличный 3D-шутер, который ты раньше мог поиграть только дома, на своем ПК, и то с минимальными настройками графики. Я имею в виду так, годики так 2005, я к тем временам сейчас отношусь. А сейчас вы можете в это поиграть просто, блин, на своем телефоне или планшете. И это на самом деле круто, потому что в игре круто все. Геймплей сногсшибательный, сюжет... Ну, честно говоря, я даже не в курсе, о чем был сюжет, я его даже за ними никак вообще не следил. Мне просто нравился геймплей. Потом, когда вышла игра Shadowgun Dead Zone, то есть в Shadowgun вдохнули новую жизнь. В Shadowgun вдохнули мультиплеер. И игра преобразилась снова. И в мультиплеере можно было зависнуть надолго, сидишь и гоняешь. Конечно же, в мультиплеере на Android ничуть медленнее, чем, допустим, на ПК. Потому что управление не такое удобное, не такое плавное, но, понимаете, все же управление-то достаточно сносно, играть удобно. Когда привыкнешь, конечно, начнешь нагибать все, что видишь на экране, и это круто. Это действительно круто, просто все так вот, ну, беша. Музыкальное сопровождение в игре, конечно же, отлично, и оно никак не режет звук, оно просто приятно, и оно просто приятно. Она такая же приятная, как и мой за. Блять, что я несу? Какой нахуй за? Но, если честно, Shadowgun действительно очень хорошие игры. Я про обе сейчас говорю. Просто действительно игры, которые стоит поиграть, стоит в них зависнуть на немного совсем, но оно того стоит. Так что я, конечно же, советую, качайте, играйте и получайте множество удовольствия. Ладно, ребят, с вами был, конечно же, как всегда, Алекс Вулфенки. Пока!